В ноябрьске на корте возле 9-й школы состоялся необычный товарищеский матч по хоккею между местной дружиной «Медведи» и ханамейской командой «Сириус». Изюминка поединка заключалась в том, что в составы сборных входили не профессиональные игроки, а рабочие, служащие, представители властных структур. Игра собрала немало зрителей и проходила достаточно динамично. После первого периода впереди были «Медведи» из Ноябрьска 4-1. Однако гости сдаваться не собирались. Бороться будем. Конечно, бороться. Но мы не сдаемся. Рассчитывайте на успех. Мы рассчитываем в лучшем случае на ничью. Ребята у вас тренированные, хорошо играют. Вот мы только начинающие, у нас всего лишь четвертая такая товарищеская игра. Мы собрались, это первый сезон, так что пока мы ошибка с тобой такие задачи не ставим. Мы просто играем, тренируемся. И хоть «Сириус» звезд с неба действительно не хватало, во второй 20-минутке ханамейцы сумели таки навязать соперникам борьбу и сыграли, как и планировали, в ничью 2-2. Но «Медведи» в этот день были, безусловно, сильнее и довели общий счет до разгромных 10-4. Впрочем, результат в этой встрече был не самым главным итогом. Намного важнее пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. Тут столько можно найти здорового досуга, в отличие от табакокурения и алкоголизма, что я призываю всех жителей нашего города активно включаться в спорт. Муниципалитет, газовики, нефтяники, правительство Ямало-Ненецкого округа заинтересованы сейчас развивать зимние виды спорта. Сигнал поступил уже давно. И поэтому мы сделаем Ямал столицей территории зимних видов спорта. К слову сказать, уже этим летом корт возле 9-й школы при поддержке компании «Газпромнефть» переоборудуют в современную хоккейную площадку с трибунами для зрителей, а значит, нынешняя встреча была игрой на перспективу.